сегодня водители Урмарского пассажирского автотранспортного предприятия не вышли на работу. Причиной бойкота стала невыплата зарплаты. Сотрудники не получают ее уже 4 месяца. Всего в рейс не вышли 10 водителей, а о своей акции они никого не предупредили. Забастовщиками встретились представители Минтранса Чувашии. Выезжали туда руководство ГУП Чувашстранса, сотрудники Министерства транспорта. Проведена встреча с работниками данного предприятия, в ходе которой достигнута договоренность о том, что в середине декабря вопросы по заработной плате будут сняты. Несмотря на сложившуюся ситуацию, нарушение общественного порядка из-за невыхода водителей автобуса на работу не отмечено. Жители Урмарского района с критическими жалобами муниципальные органы власти не обращались. Урмарское ПТП – филиал государственного предприятия «Чувашавтотранс». По итогам прошлого года головное предприятие получило убыток 46 миллионов рублей. Ситуация находится на постоянном контроле руководства республики. Еще неделю назад глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что нельзя допускать задержек заработной платы. Сейчас разработан план финансового оздоровления предприятия, включающий в том числе оптимизацию штатной структуры и филиальной сети. По официальным данным, на предприятии трудится 1600 человек. В структуре «Чувашавтотранса» 6 филиалов, автопарк насчитывает 484 автобуса.